Всем привет, с вами Дмитрий с очередной порцией горячих новостей о клубе «Остров». Прошло ровно 10 дней с начала акции плюс 25% ко вкладу в честь первого дня рождения инвестиционного клуба «Остров». В связи с большим количеством желающих, лимит на план «Алмаз» исчерпан и прием инвестиций на него закрыт. Но у вас есть возможность поучаствовать по акции в инвестиционных планах «Рубин» и «Изумруд». Не упустите свою возможность. И сейчас я расскажу еще о двух конкурсах, которые мы подготовили также к первому дню рождения клуба «Остров». Первый конкурс – это конкурс репостов. Ну, кстати, условия подробно прочитайте в группе ВКонтакте, ссылка на которую будет под этим видео. А я расскажу о конкурсе видео, о конкурсе видеопоздравлений. У нас уже был конкурс видеопоздравлений перед Новым годом, и счастливчики получили свои призы. Так вот, что нужно сделать, условия конкурса? Нужно записать видеопоздравление. Тематика поздравления понятна. День рождения инвестиционного клуба «Остров», который состоится, кстати, 3 февраля. Видео должно длиться не более 1 минуты, и трое победителей, которых выявит руководство, смогут присутствовать на торжестве абсолютно бесплатно. Клубом «Остров» будет оплачена дорога и проживание. А на сегодня короткий выпуск новостей закончен. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Всем пока!